Всем привет, дорогие друзья! Как мы с Димоном вам и обещали, покажем в конце 2021 года то, что мы сумели сделать за прошедшие 6 месяцев, чего достигли, чему научились. Вот, это наша первая игра. Очень много времени было потрачено на то, чтобы научиться работать в Blender, на то, чтобы научиться работать в Unity, на то, чтобы правильно научиться писать код, на то, чтобы правильно импортировать все эти файлы. В общем, работы очень много, потому что, как вы видите, это 3D-игра, причем в планах у нас очень много грандиозных идей. На все, конечно же, нужно время, нужна идея грамотности реализации. Надо правильно оптимизировать это все, чтобы оно не лагало, не глючило, не багало. Вот, на это уходит очень много времени, учитывая, что нас всего двое. Хотя в последнее время к нам присоединилась еще одна девушка. Вот, вы ее знаете под ником Многоликий. Помогает нам делать 3D-модели, а в частности это гуманоиды, органические, скажем так, цветы разные. То есть вот органику она очень помогает, потому что для этого нужен скилл. То есть просто сесть и научиться рисовать правильно человека, ну, сложно, это надо опыт. Вот. Разработка продолжается, я надеюсь, что в 2022 году мы покажем вам уже достойный проект, если все пойдет грамотно, если мы с Димонычем сумеем разобраться до конца во всей боевке, в логике боевки, там очень будет сложно прописывать грамотность ударов, правильность поведения персонажей, торговцев, правильность поведения. Надо сделать полностью вторую сцену, звуковые эффекты, еще локализация. Ну и, конечно же, самая основа, вся игра должна держаться на боевке, поэтому на нее надо посвятить очень много времени. А следственно, если кто-то из вас имеет желание хотя бы немного свободного времени, и он работал с анимациями грамотно, знает, как это сделать, чтобы оно выглядело не топорно, чтобы оно выглядело красиво, чтобы оно выглядело играбельно, пишите, помогайте, будем очень признательны. Даже можете помогать материально, потому что часть каких-то элементов, особенно это VFX-эффекты, мы покупаем со Set Store, потому что писать самому шейдеры, ну это еще огромный пласт работы, и тут надо очень много знаний, опыта, ну, тут тоже надо учиться. Вот, обычно такие 3D-игры делают целые огромные студии, а не 2-3 человека. Но, тем не менее, мы не теряем оптимизм, мы надеемся, что у нас все получится. Ну, а вам я желаю хорошего Нового года, счастья в Новом году, материальных благ, ну и, конечно же, всего наилучшего. Увидимся в следующем году.